Это уникальное изображение удивительного существа. На дракона оно не похоже. Скорее, это волк или кабан. Ничего подобного нигде в мире больше не обнаружено. Но есть версия, что мистический зверь дожил до нас. По дворам свистят шины, мы с тобою едем на машине. А прокололи колеса, вот же. Я чувствую тут двушечку Чернігівського. Ух ти, що влупила бакальчик, наче на світ заново народилась. Поможіть мені знайти мого Коліньку. Я вже й платтячко на свадьбу купила, і памперсами заготовилась. Зараз я зроблю обряд з котом. Кіт, ти маму мав? Нюхай мого бебрика. Це фото мого Коліньки. Ти подивись на це нещастя. Я чувствую, твій кавалер зараз стоїть в воєнкоматі. Ах, гандурас, я так і знала. Спасіба, я побігла в воєнкомат. Ну, как би, спасіба в карман не положиш. А, бля, гроші. Візьміть там в морозилці в мене соло. Алло. Алло, алло. Мене чують чи ні? А мене не слышно? Я в арусі стою, я тебе перезвоню. Все, давай, пока. Алло. Алло, алло. Мене чують чи ні? А мене не слышно? Я в арусі стою, я тебе перезвоню. Все, давай, пока. Здорово, мужик. Здорово. Че, много рыбы поймал? Много, 20 щук, 15 карасей. А ты знаешь вообще, кто я? Кто? Береговая охрана. А ты знаешь, кто я? Кто? Пиздабол района. Нет у меня никакой рыбы, блядь. Дядя, подвези на одесский пляж. Садись, дорогой. Арменчик, дай газу. Мне надо еще встигнуть кукурузу на пляже купить. Хорошо, дорогой. Арменчик, уеби кондиционер. Так жарко, что пиздец. Да ты меня уже задолбал. Армен, нахера ты двери открыл? Это кондиционер по-одесски, дорогой. Заебумба. Смотри, не выпади. Я вырос в то время, когда бабы не сосали. Совсем. Ну, не принято как-то было. Ну, или партия не разрешала. Сейчас-то я понимаю. Стимула не было. Айфон уже тогда еще не изобрели. А за стационарный телефон никто сосать не соглашался. Может быть, блядь. Кратковременные дожди. Эй, куда там, да, апокалипсис, ёбаный в рот, дунья ветер, которая...